На участке сегодня приходили студенты, молодые семьи, семьи с детьми. Участвуют в голосовании и долгожители. В Усть-Майском районе гражданский долг выполнили Варвара Алексеевна Воробьева, ей уже 103 года, и Гаврил Еремеевич Исаков, он тоже перешагнул вековой рубеж. Долгожители проголосовали на дому, и Варвара Алексеевна и Гаврил Еремеевич награждены почетным знаком долгожителя Якутии УЕСАС. И вот поэтому вы и голосуете, наверное, за лучшую жизнь хотя бы ваших детей. Обязательно. Обязательно за детей, за всех, за всю молодежь. За все. Мы старики, мы умрем, ничего. А старики, молодые, пускай живут. Они пускай строят, продолжают. Вот тогда будет хорошо. А если не будут продолжать, тогда плохо.